Тут я говорю о том, что всегда хотел покататься на гироскутере и то, что только что проехался на нем впервые. Скажу так, вещь очень интересная, то есть, ну, когда встаешь, есть какой-то страх, но на самом деле все очень просто. Чем увереннее себя чувствуешь, тем как бы лучше получается на нем ездить. Буду учиться, в общем-то, ребят, купил этот гироскутер в магазине geektrade.ru, ссылочки оставлю в описании. В общем-то, есть различные модели, вот это самое лучшее, так скажем, самое топовое, смотрите. Вот такая вот модель, например, да, это получается 10,5 дюймов колесики, ну то есть самая большая, и развивает скорость до 15 км в час. Ну такая довольно увесистая, ну блин, зато она как бы едет круто. Всякие различные помощники там есть для начинающих, поэтому, друзья, ссылочку оставлю в описании, если хотите купить гироскутер, обращайтесь к geektrade.ru, и по промокоду BULKINSPB вы получите скидку в 1000 рублей на любой гироскутер, который вы захотите купить. Также, друзья, стоит отметить, что на каждый гироскутер идет гарантия 1 год, различные расцветки, низкие цены и высокое качество. Всем советую, а я поехал учиться дальше. И, друзья, geektrade.ru каждому гироскутер еще дарит в подарок чехол. Это круто. Ребят, всем привет, с вами Булкин, и добро пожаловать на новенький тест-драйв. Сегодня у нас на обзоре новая пятерка в кузове G30. И мы начинаем. Началом ролика хочу сказать огромное спасибо дилерскому центру Евросиб Лахта за предоставленный автомобиль на тест-драйв. Стоит отметить, что первый дилерский центр, который открылся у нас в Санкт-Петербурге, это как раз-таки Евросиб и Евросиб Лахта. И еще очень интересный факт про Евросиб и Евросиб Лахта, то что все ребята, которые работают в дилерском центре, BMW-воды, то есть они все ездят на BMW. Итак, собственно, BMW 520 дизель, G30, объем двигателя 2 литра, турбодизель, в районе 190 лошадок в ней. Ну, мы уже попробовали на ней поездить, на самом деле... Так, ладно, я слезаю, потом еще покатаюсь. Короче, давайте поближе. Машина у нас в таком интересном бежевом цвете, знаете, вот я этот цвет называю лялечка. То есть это такой вроде серебристый, отдающий какой-то желтизной, ну бежевый, грубо говоря. Когда мы увидели, вот только приехали в Евросиб забирать тачку, ну, сначала так себе, короче, ну, специфично, блин. На самом деле, такой цвет у меня всегда ассоциируется с какими-то женскими тачками, ну, потому что женщины любят, мне кажется, бежевый такой металлик. Но на самом деле, вот чем банальный тот же, допустим, черный цвет, хотя понятно, что BMW в большинстве случаев либо черная, ну... Либо черная. Либо темно-серая, либо, я не знаю, темно-синяя. Вот, ну такой интересный цвет, и знаете, вот сейчас вот покатавшись на ней, посмотрев на нее поближе, мне даже нравится. Ну, я бы не взял в таком цвете себе эту пятерку. Новая платформа, новые технологии. В принципе, большие, на самом деле, отличия от F10 кузова. Машина, по ощущениям, я ездил на F10 и вот сейчас прокатился на G30. Могу сказать, что машина стала, ну, намного технологичнее. Даже обновленная система, которая пришла на замену обычной NBT, теперь выглядит намного прекраснее, у нас добавился сенсорный экран, но мы сейчас внутри это все посмотрим. Машина стала намного, мне кажется, знаете, так более дерзко выглядеть по сравнению с F10. F10 в свое время, когда вышла, мне кажется, полюбилась многим. Потому что дизайн был такой довольно строгий, и вот та же M-ка, например, или просто в M-обвесе любой двигатель, если взять, машина выглядела неплохо. Здесь у нас не M-Performance, то есть у нас не M-пакет, у нас пакет Sportline. Вот здесь у нас есть шильдик Sport. Вот такой вот. Далее открываем, если дверь, то здесь у нас еще надпись Sportline, вот такая вот оранжевым цветом. Салон такой комбинированный, то есть смотрите, у нас получается кожа и что-то типа, я даже не знаю, что-то типа ткани, но она такая приятная на ощупь, то есть не дешево выглядит, по крайней мере. Подсветка также регулируется, но мы это посмотрим. Электронные приборы там у нас, руль новый также, ну и в принципе машина внутри выглядит по сравнению с F10 намного интересней. А данная машина, то есть в этом пакете 520 дизель, стоит чуть больше 3 миллионов. Но я думаю, что там на самом деле огромные вариации по комплектациям. И в принципе, ну где-то, наверное, начинается около 3. Ну и если брать тот же 520 дизель, наверное, закончится сам полном фарше где-то за 3,5 плюс-минус. Честно скажу, здесь диски, которые установлены, ну в принципе под этот цвет на самом деле неплохо. Но
Короче, если бы я брал себе G30, я бы не ездил в таком цвете и не ездил бы на таких дисках, ну, грубо говоря. Спереди, если смотреть на машину, она очень, на самом деле, напоминает издалека семерку, тоже в G-кузове. Сзади же, я думаю, что, в принципе, различия все-таки есть от семерки, потому что семерка построже, вот с жопой их можно еще различить, но думаю, что в первые, так скажем, вот, первое время, сейчас вот вышла пятерка, многие будут путать их на улице, морду семерки с мордой пятерки. Но жопы, в принципе, мне кажется, перепутать сложно. Здесь получилась какая-то смесь. Вроде бы это фары от F10, и вроде бы что-то от новой семерки. То есть, ну что-то, какая-то смесь. И вот получились такие фонари, и, в принципе, знаете, ну, выглядят они прикольно. У нас получается здесь раз, два. Ну, я думаю, что это как раз пакет Sportline, вот этот вот самый. Ну, в принципе, выглядит вполне себе. Вообще, в целом, задний бампер вот с такими катафотами, ну, выглядит, на самом деле, неплохо. Давайте посмотрим салон. Не будем сильно затягивать, сейчас поедем кататься. Сзади, значит, вот у нас... Ну, тут, конечно, оператор разлегся, но просто ради интереса. Я представляю, как оператор сидит. Оператор 1,90 м. Вот я сажусь назад. Не, ну, в принципе, я влез, конечно, не особо прям. Ну, слушайте, вот чисто по посадке сзади... Не знаю, почему я решил в пятерке именно посидеть сзади, это надо было в семерке делать, ну ладно. В принципе, даже если вот оператор прям у нас сел, пассажир передний, прям развалившись пипец как, я даже скажу вам, что я могу и вот так вот сесть, потому что здесь очень удобные места под коленки, прям вообще очень круто сделано. И, в принципе, мне удобно и так сидеть. То есть даже если впереди прям развалился кто-то так, ну типа, и не хочет двигаться, проблем не будет никаких. По паспорту разгон этого автомобиля где-то 7,5 секунд, грубо говоря, мы его замеряем. У нас, кстати, не X-Drive, заднеприводная версия. Думаю, что на самом деле, вот если брать бюджетную пятерку, да, то самый оптимальный вариант для тех, кто, кому не нужна чрезмерная мощность и кто хочет просто ездить спокойно, как раз 520-й дизель. А вот X-Drive или не X-Drive, это спорный вопрос, потому что, в принципе, полный привод, учитывая наш климат, я думаю, что никогда не бывает лишним. Но, в принципе, задний привод тоже вполне устойчив. Чрезмерной мощности у нас нет. И даже с выключенной стабилизацией машина как бы особо не норовит поехать там боком или не туда, куда вам нужно. Если бы я брал себе пятерку, я бы однозначно брал 530-й дизель. Почему именно ее? Потому что, в принципе, конечно, еще есть из таких более мощных версий. Это 540i. По-моему, у него около 340 лошадиных сил. Но 530-й дизель интересен тем, что вот, кстати, жалко, что у нас на тесте не он, но, к сожалению, вот то, что дали, то и имеем. 530-й дизель, он интересен тем, что, в принципе, он довольно экономичен, при этом он хорошо едет, и, в принципе, даже если потом в дальнейшем его чипануть, машина будет просто, ну, реально летать. Давайте вот ради интереса просто заглянем под капот. Вот я, честно, еще не смотрел, и вот просто посмотрим, что там. Такая у нас малолитражечка на тесте, движок довольно компактный, такие, знаете, распорки. У меня на девяточке такие стоят, шутка. Ладно, ну, неплохие такие распорки. Ну, я не знаю, что смотреть на самом деле. Я думаю, что он мало чем отличается от движка, который стоял 520D в кузове F10. Ну, в принципе, все компактно, понятно, и запас... Ждем М5, друзья, ждем М5, у которой, я думаю, что здесь все пространство будет забито. Вот так выглядит ключ. В принципе, у меня уже была X6M в кузове F, и могу сказать, что он, ну, мало чем отличается, но вообще, в принципе, стильно. Как будто из металла сделан, ну, понятное дело, ну, в принципе, прикольно. Хотя в семерке мы знаем, какие ключи должны быть, с дисплейчиком, все такое. Значит, что по эргономике? Вот мы садимся в тачку, добро пожаловать водитель BMW 1. Экран сенсорный, как я говорил. Присутствует Connected Drive, который показывает там погоду. Вот, кстати, даже можем посмотреть погоду. Санкт-Петербург, 8 число, 7 градусов днем, 0 ночью, сейчас плюс 3. Ну, все предельно понятно. Так, ручка КПП, в принципе, чуть-чуть изменилась по сравнению с F-кузовом, но даже тот же джойстик остался. Примерно все точно так же, как и было. Давайте заведем тачку. Вот сейчас вот смотрите. Ну, слушаем. Ну, вполне себе так спокойно, такой дизелек. Работает довольно-таки тихо. Значит, что по посадке? Вот давайте честно посмотрим на качество материалов, потому что у нас все-таки такая машина, да? Если до этого у нас на тесте были машины, которые, наверное, мало интересуют, кого качество материалов, то тут все-таки стоит на это обратить внимание. Значит, сама кожа вполне себе приятная, не сказать, что прям люксовая, понятное дело, да? Но, в принципе, как бы, ну, обычная кожа, то есть без всяких там понтов и без всякой нечисти, я не знаю. Вот такие у нас, то есть такая строчка, да, я вот не знаю, но это типа даже не ткань, но приятная такая, что-то в виде спорта. Потолок у нас, кстати, тоже черный,
потом сейчас выйдем на свет, и, значит, не видно, скорее всего. Потолок черный, тоже вот похожий материал на то, что у нас на сидении. Такой рояль лак черный, вот прям, вы знаете, как я люблю, потому что это моя прям любимая фигня. Если в тачке в интерьере есть черный рояль лак, у меня прям вот сразу нравится машина, серьезно. Вот особенно если люкс-класс, какие-нибудь рейндж-роверы. Не люблю дерево, люблю вот черный рояль лак вот такой вот. Ну, конечно, марки, но немножко уже остались следы, но все равно. Тебя когда... встает на этот лак? Ну, нет. Так, значит, смотрим дальше. Собственно, джойстик остался прежним, с сенсорным центром у нас вот тут, вот, ну, как обычно. Сейчас мы что-нибудь пощелкаем здесь. Значит, какие особенности? Как я уже сказал, сенсорный, то есть мы можем все полностью управлять сенсорным, там, медиа, я не знаю, все что угодно. Раньше, естественно, это было невозможно. Вот, даже вот так вот. Вполне себе очень хорошо реагирует. Так, значит, мой автомобиль. Тут у нас сразу в быстром доступе пишет расход, среднюю скорость. Расход 16.1, ну, просто мы, на самом деле, ездили довольно быстро сейчас. Климат-контроль, значит, тут у нас, не знаю даже, о, даже меню климат-контроля, есть обогрев руля, кстати, включается тоже тут, руль сам по себе удобный, такая строчка у нас здесь, ну, вполне себе очень даже приятный руль, по сравнению, опять же, с F10, намного дешевле выглядел руль, здесь он как бы такой прям приятный, такой какой-то даже, ну, мне нравится. Электронная приборка, собственно, вы уже знаете, ну, 2К17 на дворе, поэтому, конечно, без этого никуда. И скажу, что выглядит вполне себе симпатично. Руль у нас, кстати, регулируется, ну, собственно, как и везде, по наклону, по вылету. Не электро, но я думаю, что это опционально, конечно, доступно. Скорость также можно менять, кстати говоря. По-моему, если мы переведем в спорт, да, у нас мгновенно меняются приборы, то есть цифры такие меняются на такую шкалу. Появляется электронный спидометр. Также здесь показаны передачи. Если мы в спорте едем, он пишет, какая передача и так далее. Тахометр до 6000, дизель, все понятно. Крутит примерно 5 с небольшим. Вот, слева у нас сколько, значит, уровень в баке дизеля. Запас хода 105 километров. Мы потом заправимся. Но я думаю, что, знаете, если экономично ездить на этом автомобиле, то будет где-то, мне кажется, 1000 плюс он может проехать. Потому что, в принципе, заявлен расход там что-то 6 литров смешанный, где-то так. Ну и давайте по эргономике тут все понятно. Давайте посмотрим еще какие-то фишечки быстренько, что у нас тут есть. Цвет.
Можно делать комбинированным, то есть у нас сейчас стоит полностью сиреневый, я не знаю, он прям так заводит этот цвет. Выглядит очень элегантно на самом деле, и прям вот, прям полностью фиолетовый, что-то новенькое. Обычно какие у нас подсветки автомобиля? Белые, там, не знаю, оранжевые, красные, ну максимум синие обычно, то есть сиреневые. Смотрите, вот сколько у нас цветов тут есть, даже зеленый, кстати. Тоже, кстати, прикольно смотрится. Зеленый, голубой, белый, можно комбинировать, бронзовый, ну то есть такие, в принципе, вариации большие. Вот он, кайф. Вот прям вообще так сидишь, ну прям. Значит, у нас есть камера заднего вида. Я так понял, я уже пощелкал, она, то есть вот так вот с краю здесь. Ну, знаете, камера, по-моему, от F-ки. Судя по качеству, судя по, как бы, как она. Сейчас давайте попробуем тихонечко. Ну, не сказать, что она прям лагает. В принципе, приятно, на самом деле, у моего всегда по камерам все было хорошо. Можно настроить, то есть у нас рисует, естественно, куда мы поворачиваем. Также, по-моему, у нас рисует, если мы даже едем вперед, включаем вот эту вот замечательную клавишу. И вот, да, вперед. Спереди камеры нет, но парктроник, естественно, вот, допустим, мы сейчас подъезжаем, у нас рисует и начинает пикать. Все, впритык подъехали. Ну, всякие интересные штуки есть, по крайней мере, мне... А, кстати, да, как в семерке, вот эта фигня не работает. Вот, может быть, у многих вопрос стоял по поводу того, работает в пятерке или такая же тема. То есть вот это вот всякая хрень. Нет, в пятерке она не работает, но в семерке работает, мы знаем. Мы посмотрим карта, как выглядит карта. Обычная BMW, чуть допиленная. Пишут вот, что дилер у нас вот поблизости. Можем, я так понимаю, даже, да, вот так вот делать. Ну, совершенно не лагает, пишет пробки, рисует дороги. Все очень понятно и просто. Вот, старт-стоп. Ну, дизель, понятное дело. Я думаю, даже у меня даже в X6M был старт-стоп. Так, ну и в принципе, давайте поедем, посмотрим по ощущениям, как вообще машина. Так я вроде рассказал, без лишней болтовни, что как есть. Поехали, погоняем. Итак, друзья, ну что ж, мы, собственно, на ходу едем. Сейчас так, в принципе, посмотрим по динамике, замерим 0-100. Но, к сожалению, сегодня рейс-ложика нет, но я вот куплю либо Драгон, либо рейс-ложик, потому что, как вы понимаете, тест-драйвы теперь на постоянке. И надо, как вы понимаете, рейс-ложик иметь. В час, ну вот даже 80, да? Ну, по-моему, очень даже тихо в салоне. То есть по шумоизоляции, да, по сравнению с F10, в принципе, достойно. Потому что F10, ну, она неплохая была для того времени, но сейчас, как бы, вот, по сравнению с конкурентами, также она, как бы, уже подвинулась. В принципе, я скажу, что довольно тихо в салоне. То есть, понятное дело, у нас сейчас резина Hankook стоит. В принципе, как раз резину слышно, не знаю, насколько она хорошая или нехорошая, но думаю, что так себе. Вот. Интересно будет потом покататься на 213-м Мерседесе, потому что, честно вам скажу, я на нем еще не ездил, как и на G5-ке до сегодняшнего дня. Примерные ощущения запомни, и вот когда мы с ним будем в дальнейшем снимать Ешку новую, то будет интересно их сравнить. В принципе, я уже, знаете, говорил, вот все-таки у меня в жилах такая более спортивная кровь, я овощи, автомобили, ну, как бы, как второй автомобиль повседневный, как у меня Touareg, например, да, окей, то это 3.0 дизель, который, в принципе, по сравнению с этим едет. Мне вот лично, если бы я, наверное, брал, типа, если 200-ю Ешку и 520-ю или там 525-ю Бэху, я бы взял, наверное, BMW, хотя я на Ешке еще не катался. Но если бы вот как-то М-ка 5-я, по крайней мере, вот, вот мы пока что о ней знаем, это опять этот же мотор 4.4, про который мне просто больно говорить, я не хочу даже говорить о нем. Я думаю, что, ну, многие знают, просто даже можно загуглить и узнать про него все. Они опять поставили в BMW новую 4.4, я не знаю, как он там будет держаться, как он там будет жить. Ну, опять же, ничего нового. Этот 4.4 с 90-х годов у них идет, как бы они его допиливают, но могли бы уже сделать что-то свое. Mercedes в этом плане, я считаю, впереди. И даже Ешка 63 новая, она просто космическая. И знаете, если сравнить М5, хотя она еще не вышла, да, толком, и Ешку 63, я, наверное, 99% ставлю на Ешку, потому что, ну, мне кажется, это просто даже без вариантов. Просто Ешка, она космическая. Ну ладно, у нас сегодня разговор про BMW. Значит, в принципе, мы сейчас едем в спорт-режиме. Давайте вот сейчас вот так. У нас тут есть EcoPro. Смотрите, приборная панель, кстати, меняется. EcoPro, она так прям интересно все рисует синеньким. В комфорте это просто обычные стандартные, как бы, приборы. И в спорте, как я уже говорил, это вот такие вот интересные. Значит, ставим комфорт. Нога сразу отклик уже такой слабенький. Вот мы едем так спокойно, сколько, 60 км в час, обороты минимальные, просто 1100, наверное. Вот, то есть едем 60 км нормально. А машина очень, на самом деле, мягкая. Вот стоит отметить, что
по мягкости действительно она прям очень даже комфортная. То есть приятно на ней ехать. Нету лишнего шума, машина мягенькая, такая прям, ну, прям вот, ну, хочется расслабиться. На дальники, мне кажется, вообще спокойно. Вот так вот сел, дизелечек налил, солярка нормально, все на полную, там, 1000 километров, едешь, кайфуешь. То есть, ну, вообще просто без вариантов. ТС-4, четвертая передача. Нажимаем на газ. Ну, с 70 пошла, 85, 90, 100. Ну, ускоряется, в принципе. Знаете, на самом деле, я думал, что 520 дизель едет хуже. Не знаю, может быть, ради фана просто замерить максималку. Но у BMW электроника все ограничено, по крайней мере, у мощных, да, у того же X6M, там, 270 км в час, например, который вот, да, у меня был, там, 270 было ограничение. И то, да, первого ТО, там, было 250, по-моему, потом уже стало 270, там, перепрошиваю. Вот, 550 у меня когда была, там 256, почему-то ровное ограничение было. Эта машина должна, по идее, пойти, наверное, 210-220, по сути. Но, возможно, вот мне интересно узнать, она именно будет идти до последнего, или здесь же на дизелях, на этих маленьких, да, малообъемных, тоже какие-то ограничители есть. Мы сейчас это проверим, ну и замерим до 100, просто ради интереса, чтобы понимать, да, по паспорту сходится, не сходится, понятно, это будет по секундомеру, ну плюс-минус, да, там что-то будет понятно. BMW говно! Что вы сказали? Так, ребят, ну что, давайте попробуем замерить от 0 до 100, чисто по секундомеру. Ну, хотя бы что-то у нас будет. Так, ну что, давай просто сходу сначала. Просто сходу, так, значит. Ну, давайте, ладно, там был затуп, может быть. Может быть, был какой-то небольшой затуп, 8,6, да? Ну, это, конечно, медленнее паспорта на секунду. Хорошо, давайте попробуем чуть-чуть двух педалей. Сигнализация включена. Так, ну у нас получилось 7,7. Ну, вот это уже ближе к паспорту, и то у нас была сигнализация включена, двое человек в машине. Ну, сейчас мы поедем на дамбу. Так, друзья, ну что, давайте еще раз замерим. Значит, я сейчас выключил стабилизацию, снова с двух педалей максимально попробуем добиться лучшего результата. Итак, поехали. Немножко надуваем. Небольшой пробуксовочкой стартанули. Так, хорошо. Ага. И стоп, 7,8. Ну, что-то такое себе. Ну что, дорогие друзья, на этом наш тест-драйв заканчивается. Вот, можно с ключа открывать багажник. Ох, слушайте, ну понравилась мне машина. Интересно будет покататься на Ешечке, вот, сравнить с Ешечкой. В принципе, ну, конечно, сейчас такие цены, что 3,2 миллиона за 520 дизель. Ну а что поделать, у конкурентов такие же цены, поэтому машина хорошая, машина мягкая, она действительно стала более, так скажем,
по сравнению с F10 она действительно поднялась на уровень выше, я бы даже сказал, на голову, прям реально. Разница чувствуется, машина мягкая, комфортная, удобная, как казалось, она едет довольно-таки неплохо. Честно говоря, даже от дизеля не ожидал, что настолько разгонится двухлитровой. Вот. По динамике, в принципе, хватает, экономично, если на ней не жарить, и, в принципе, все необходимое есть. Поэтому машина вполне себе мне понравилась, как поджопник. Не знаю, взял бы я ее себе или нет. Ну, наверное, если бы я взял себе поджопник, как я бы это уже и сделал, я взял Touareg, то есть машины повыше. Но есть любители бизнес-седанов, поэтому я думаю, что новая пятерка им будет по нраву. Ну что ж, еще раз хочу выразить благодарность Евросип Лахта за предоставленный автомобиль. Ребят, вы обязательно пишите в комментариях, на что вы хотите увидеть следующий тест-драйв. Ну а с вами был Булки, не забывайте подписываться на все мои соцсети, которые указаны в описании, подписывайтесь обязательно на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики, ставьте лайк, если вам понравился этот тест-драйв, ну и, в общем-то, комментируйте, друзья, и всем желаю удачи. Машина неплохая, сложно пока что ее с чем-то сравнить, потому что на тест-драйве у нас не было, так скажем, аналогов, но, учитывая то, на чем я уже ездил, как я уже говорил, машина действительно неплоха. Все, ребят, всем удачи и всем пока-пока. Черный бумер, черный бумер, что всегда ли они? Черный бумер, черный бумер, что всегда ли они?